Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багиры». Сегодня у нас очередная работа с нашим фикусом, который формируется большим, высоким. Вот. Совсем-совсем недавно мы с ним работали. Видно по... Ну, на низ не смотрим, да, низ мы оставляем, пока отпускаем. Сейчас все обсудим. А по верху видно, что мы совсем недавно, буквально пару месяцев, как с ним работали. Но сегодня будет такая точечная работа. То есть мы пришли уже к тому, где надо выбирать, какие ветви нам нужны, какие нет, чтобы потом не было загущения сильного или перекрытия. Когда у нас ветви одни идут, вторые на них, и мы нижние ничего не видят. То есть вот чтобы этого не было, мы или разносим ветви в стороны, или проволокой, или в данном случае... Этот вариант я формирую без проволоки, а только обрезкой. То есть с помощью обрезки мы этим занимаемся. Вот чтобы это не было поздно, это уже пора сделать некоторые вещи. И плюс сейчас, пока у него мало листвы, он не оброс сильно между этими двумя нашими обрезками, это будет вам хорошо видно, потому что я-то это вижу и знаю, и рассмотрю в любом случае, а показать это на видео, когда очень много листвы, гораздо сложнее. Поэтому сегодня вот такая точечная, скрупулезная работа будет направленная на то, чтобы у нас впоследствии не получилось двух вершин, как часто бывает, а то и три вершины, они умеют так растить, а тут уже такой вариант. Может быть, это любой так может вырасти, чтобы не было этих перекрытий, чтобы не было загущенности. И в то же время посмотреть еще низ насчет нашей конусности, чтобы у нас не было потом заваливающегося куда-либо фикуса. Так что начнем снизу. Вот эта ветвь у нас... Сейчас. Да, и с той стороны видно. Вот она большая, огромная, хорошая. Это жертвенная ветвь. И уже... Так, вот тут будет хорошо видно. И уже, если посмотреть вот сюда, видно, что она начинает работать прямо на утолщение. То есть видно, вокруг нее утолщается. И утолщаться будет вниз. Сейчас кажется, что вот здесь, вот на этом уровне, вот здесь. Так, поставлю палочку. Вот здесь чуть-чуть уже, чем выше, под этой ветвью. Но... каждая ветвь работает на утолщение больше вниз, чем вверх. Это как раз уже хорошо видно. Здесь вот у нас прямо идет раз, и такая, какая она была. А здесь прямо утолщается. Так что она пойдет утолщаться сюда. И то, что сейчас мы видим, что вот тут у нас чуть-чуть кажется, если внимательно присмотреться, меньше диаметр, чем вот прямо под ветвью непосредственно, это сгладится. Потом у нас есть вот тут такие две, ну они... Подниму. Они прямо, скажем, дохленькие, вот эти вот две ветви. Подниму все лишнее. Ну, это чуть-чуть лучше, это нет. Но они, вот у этой, в принципе, есть шанс тоже подрасти и начать работать реально на утолщение. У этой, конечно, почти нет, но она сейчас не мешает. Для красоты ее убирать бессмысленно, потому что у нас и так есть лишние ветви. Поэтому пусть себе будет. Вот эта сможет порасти еще. Тоже на утолщение, там это видно, она прям такая хорошенькая, у нее хорошая точка роста, она растет. Потом вот этот корень тоже у нас на утолщение вот этой части, так что мы со временем здесь получим, благодаря этим ветвям, вот этой ветви, вот этому корню и вот этим толстеньким корням, которые тут есть, тут наросло много тонких, ну, собственно, они тоже помогают. Мы вот на этом уровне отсюда и до низа получим прям хорошее, шикарное утолщение. То есть этот фикус, даже если его вырастить, вот сейчас взять, отпустить, ну, не смогли постричь, не было времени, забыли, уехали, неважно, да. И он вырастет сам громадным там 2 метра, он уже не будет падать. Вот уже с таким основанием, которое сейчас и какое за это время бы выросло, пока он бы вырос до 2 метров, не обрезая, да, уже это бы позволит ему не падать, и мы не будем... Там будут другие проблемы, конечно, если так отпустить, но вот с конусностью будет хорошо. Так что тут у нас будет шикарная конусность. Дальше у нас конусность, как бы она тут утолщается потихоньку, но медленнее, и у нас будет прям так хорошо-хорошо. Так что это остается, эти ветви остаются, это все жертвенные. Вот все, что я сейчас держу, этого не будет. Дальше, впоследствии будет убрано, и у нас тут будет хороший толстенький ствол. Потому что я его хочу вырастить высоким. Многие просили, как это сделать.
И у высокого фикуса, ну, так низко ветви не нужны. Вот, так что дальше смотрим. Ну, по моей задумке. Бывает, что делают тогда типа столбика такого. Мне так не хочется, мне хочется в виде дерева. Следующая ветвь у нас ветвь. Она будет, но у нее обрезка, которая была, она по сути ничего еще не вырастила. Есть некоторые точечки роста выросли. Ой, это не ее. Вот. И больше ничего. То есть с момента обрезки она не изменилась. Мы ее не трогаем. Следующая веточка вот эта. Я думаю, что эти ветви уже будут ветвями его нормальными. Поэтому здесь мы вот это убираем. Здесь у нас, в принципе, неплохо разветвленное. Мы оставляем и будем ветвить дальше со временем. Пока просто рано. Эту оставляем и будем ветвить дальше. Пока мы... Что мы с ней можем сделать? Мы можем... Ничего мы не можем. Ее было бы очень хорошо обрезать вот эту часть. Но у нас так мало здесь листвы, что это приведет к тому, что она в лучшем случае вот здесь что-то разветвится. А здесь нет. Потому что, ну, очень мало обрезано. Поэтому не трогаем. Даем ей сейчас порасти. И, скорее всего, даже в весеннюю волну роста уже потом будем с ней работать. Следующая ветвь у нас вот эта. Вот это. Она хорошая, хорошо разветвленная. И у нее чуть-чуть выросло. Чем выше, тем больше у нас что-то выросло. И чем сильнее ветви, да, видно это прям. Есть уже некоторые новые листья выросли, новые точки роста после них. Сейчас, секунду, я его посмотрю. Что я с ней хотела? Секунду. Пока все их осматриваешь, иногда что-то забывается к моменту видео. Пока ничего мы с ней не делаем. То есть вот это мы как будто не видим. Вот она прям хорошая, разветвленная. Потом будем обрезать, чтобы ветвить еще лучше. Дальше у нас вот это. Вот это у нас веточка. Секунду. Так, мы к ней чуть-чуть позже придем. Просто эту мне будет лучше вам показать. Мы идем к ветви, которая вот повыше. Вот это. Значит, смотрите, мы вот эту ветвь сейчас осмотрели. Она хорошая. Вот сейчас смотрим на вот это вот. Одна над одной или расходятся в стороны, да? Вот эта ветвь. И это, они как бы почти одна над одной. Но верхняя идет чуть-чуть сюда в сторону уходит. А это, ну так, больше в эту сторону. Так что еще не очень хороший вариант, не очень. Но может быть по той причине, что это больше сюда идет, а это все-таки чуть-чуть больше в эту сторону. В крайнем случае мы потом ее подкорректируем, убрав вот эту часть. Или даже всю вот эту ветвь, переведя вот здесь, вырастив. А у этой... Наоборот, эту ветвь уберем и вырастим в эту сторону. Нижних у нас нет, поэтому не будет, это нормально. А вот дальше, вот она эта ветвь, и вот над ней. Вот прямо над ней. И не очень это хорошо. И над ней у нас получается... Сейчас, секунду. Тут надо будет встать, мне не очень видно, что я вам показываю. Сейчас, секунду. Так. Вот наша ветвь, вот, и вот ветвь над ней. Значит, у нее есть в сторону веточка, у нее есть еще в сторону веточка, и вот это, значит, секунду, мы убираем вот эту часть, вот так. И что мы делаем? Мы ее уводим вот сюда, эту. А эту в эту сторону, чтобы вот эта ветвь, она у нас будет 1, 2, 3, третья по высоте у высокого фикуса. И она будет всегда меньше света получать. Тем более, если он будет высокий, возможно, стоять будет каким-то образом там, на какой-то подставке, то есть ближе к полу, не на столе, не на полочке. Да? И ему будет темновато. Поэтому эту ветвь и вот эти нижние нам надо больше давать им свет. Поэтому тут мы так обрезаем. Эту веточку пока не трогаем, она малюсенькая, не трогаем. А эту веточку мы немножечко вот так сократим. Вот, все. Тут все. И вот теперь мы идем вот к этой ветви. Значит, смотрите, сейчас вот мы
переводим, значит, сюда предыдущую и вот сюда. И вот тут начинают спорить, да? Поэтому вот эту мы убираем. Сейчас, секунду, мне там неудобно. Вот мы ее отсюда убрали. Так, это у нас остается. Она немножечко над вот этой ветвью, но, в принципе, можно будет их потом обрезкой перевести. Вот тут пробудишь. Дадим ей подрасти вот тут хорошо. Потом обрежем сильно. И здесь у нас что-то пробудится, так как она ближе к верху. Так, а вот здесь мы сокращаем... Сейчас, секунду. Может быть, даже больше. Нет, пока вот так. Сокращаем вот так. Так, переводя на эту веточку, эту оставляем, а вот эту уберем тоже. Так, все. Очень хотелось бы здесь пробудить тоже что-то ниже. Это мы можем добиться, если мы обрезаем наверху сильно и обрезаем ее сильно. Ну, не очень сильно, но все-таки обрезали. Так как она ближе к верху, и сверху мы сейчас поработаем, шанс, что тут что-либо пробудится, есть. Потому что хотелось бы, чтобы она не вот так вертикально была вверх. Хотелось бы из нее какую-то ветвь вниз, иначе она чуть ли не второй вершиной хочет быть. Все, идем дальше. Дальше мы видим... Сейчас, секунду, тут, что я хотела... Так, здесь вот эта веточка, поэтому над ней то же самое. Мы убираем над ней. Более того, тут еще более сильные, мы их еще сильнее сокращаем. Эта маленькая остается. Это остается, только мне не нравится, куда она вот так уходит, туда наверх. Поэтому тут убираем. Тут получился у нас такое вот коленце. Но это ветвь, поэтому не страшно. К тому же здесь вот пойдет почка. И мы потом ее выведем в ту сторону. А вот эту вертикально вверх торчащую мы уберем. Все. Выглядит это сейчас, конечно, ужасно. Вот эта комбинация. Но это на самом верху, и она там обрастет. Следующее у нас... Вот, к тому же... Сейчас, секунду, как, чтобы видно было хорошо. Вот эта веточка очень сильная. И вот эта очень сильная для вершины. Прям чересчур. И вот эта. Потому что вершина у нас такой же толщины. И, скорее всего, мы от этой будем уходить со временем полностью. Просто сейчас не на что ее заменить. От этой. И, может быть, вот эта комбинация тоже будет вот это убрана совсем, если тут что-либо вырастет в их пазухах. Так, здесь эту мы... Пока просто сокращаем. По сути... Ай, неудобно вверх ногами. По сути, прирост сокращаем, чтобы она у нас так быстро не росла, так как она на самом верху. Так. Эту ветвь вот так сократим. А, даже вот так. Листик вам не видно. Вот так. Потому что очень сильная. То есть мы постепенно, мы от нее точно будем уходить. Но вот таким образом пробудив что-либо. Если мы сейчас обрежем здесь, ну совсем лысый будет, будет жалко. Так, вот сейчас к вершине немножко. Вот наша вершина. Ее мы вот таким образом сделаем. Вот. Здесь должно что-либо пробудиться, чтобы было более вертикальное. И пришли вот сюда. Здесь мы... Очень сильно их останавливаем в росте. Очень-очень-очень. Потому что она самая верхняя. Все. Да. И вот сейчас еще заметно. Вот вершина. А вот тут у нас надо вот это тоже. Потому что тут не просто точка роста. Тут уже точка роста, которая вон раскрывается. Поэтому она сейчас решит, я главное, и пойдет наверх. Так что вот таким образом мы выбираем, именно чтобы не было всех этих пересечений. Иногда это получается не очень сразу хорошо. Сейчас видно, что вот тут можно точечку роста прищипнуть. Тут и вот здесь. Вот так.
Ну, то есть мы видим уже, как, сколько точно тут срезано и насколько можем средние по высоте ветви сокращать или не сокращать. Все. На данный момент с ним все. Сейчас на него еще посмотрю, чтобы было видно его среднюю часть сверху, так уже видно. С большими фикусами вот так вот начинаешь скакать вверх-вниз. Так, ну вот, все. Почему я могу это сейчас делать? Потому что он стоит под светом, прекрасно растет, он уже занесен с теплицы в это. На террасу у него есть свет, у него тепло, так что он растет, и это можем делать. Я знаю его условия, знаю все, что и как. Он подкормлен, тут удобрения лежат. Сейчас пересаживать не буду, потому что не так давно подкормила. Вон они все еще лежат, еще не разошлись. Вот. А, наверное, в феврале, может быть. Может быть, конец января. Вряд ли конец января. Может быть, начало февраля. Там вот будем его уже, скорее всего, еще обрезать и пересаживать. Возможно, да, невозможно, если подберу, сейчас нету горшочка, подберу горшочек чуть-чуть побольше. С корнями работать будет надо, но горшочек будет чуть-чуть большего размера. Просто потому, что планируется вырастить, это будет надо. Таким образом, ну вот, так... Так, сейчас секунду, мне кажется. Так. Притой. Просто каждый раз, каждую вещь видно с разных сторон. И я смотрела отсюда, это было не так заметно. Вот откуда сейчас смотрю. Когда повернула то, что видите вы, увидела, что вот эта ветвь тоже очень толстая. И ее тогда тоже надо чуть-чуть поприщипывать, то есть остановить в росте. На некоторое время буквально точечки роста. Потому что она все-таки ближе тоже к верхней. И некоторые мы можем... Так как много точек роста уже и по ней, не только на хвостиках, то можно это сделать. Так, тут сделала. Все. Вот. Иначе она тут остановили... Эти все ниже нее, она у нас получается одна не... такая, которой все позволено, и она пойдет сейчас в рост, и нам вот здесь начнет делать обратную конусность. Все, все, на данный момент с ним все, отправляется обратно на терраску, под свет, он стоит прям под лампой хорошенькой, и будет расти. Подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи!